Пока в домах не включили отопление, осенние заморозки дают о себе знать. В квартирах температура воздуха сильно снизилась. Большинство людей спасаются от холода с помощью обогревательных приборов. Однако покупать и использовать их нужно ответственно. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию и жертвам. Самое главное – не оставлять их без присмотра, не накрывать вещами какими-то, чтобы не получилось возгорание, чтобы электронагревательные приборы не находились в непосредственной близости от стен, чтобы также не получилось нагревание, не использовать их с нарушением электроизоляции, что может привести к короткому замыканию. Покупать обогреватели нужно со сроком гарантии и паспортом на изделие. Лучше в крупном проверенном магазине. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Перед тем, как использовать прибор, посмотрите, нет ли на нем вмятин и повреждений. Также регулярно проверяйте, исправна ли вилка и шнур. Если все же произошло короткое замыкание, то ни в коем случае не тушите водой данный электроприбор. Лучше постарайтесь обесточить электрику в доме и накрыть какой-то вещью, либо одеялом, чтобы не допустить дальнейшего возгорания. И сразу же вызывайте пожарных, чтобы они еще раз проверили, есть ли в помещении еще очаги возгорания. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.